Солнечный день, настроение у всех хорошее, несмотря на то, что мы стали сегодня очень рано и даже не выспались. Максим начинает тренировку с разминки. Плохо так. Да ладно, все хорошо, заживет до свадьбы. Теперь осталось только жениться. Вперед. На 5 раз. Давай, работай. 3, 4. Еще, давай, давай. 5. Давай, сам. Итак, под моим чутким руководством Максим сделал 90 килограмм на 5 раз довольно-таки легко. Еще 2 месяца назад этот молодой человек лежал на операционном столе. Сейчас мы восстанавливаемся и начинаем с самого начала. И 90 килограмм — это неплохой довольно-таки старт. Поэтому молодец, что я могу сказать. Третий подход. Вес на штанге 90 килограмм. Делаем 5 повторений. Да, не просто идет 90 килограмм, но ничего. Итак, объясню, почему Максим берется чуть уже, чем должно быть в режиме лежа наклонной скамьи. Для того, чтобы проработать все-таки даже не больше грудь, а переднюю дельту, ну и трицепс, конечно. Чтобы потом в дальнейшем при всяких армейских жимах основное направление все-таки Максима — кроссфит. Он хочет укрепить плечевой пояс, чтобы было легче сжать и не травмироваться в дальнейшем. Итак, мы переходим на жим гантелями на наклонной скамье. Градусов где-то 45. Где-то 45, да? Да. Ну, 45 градусов. И делаем 5-6 повторений. В первом подходе получилось 8. Пусть он будет разминочным. Вес был 30 килограмм, сейчас вес 35 килограмм. Продолжаем наблюдать. И, да, учите закидывать гантели. Партнер в это время страхует. Также учитесь правильно страховать. Ну, достаточно непросто идут веса. Опять же, 30 килограмм. 30 килограмм. Юра, наверное, уже жалеет, что с нами сегодня связался. Но... Что пришел сюда, да? Вообще пришел сюда, да. Но ничего. Придя сюда, он станет сильнее. Так, опять мы видим 35 килограмм. Работа идет, да, делается достаточно легко. Будто бы открылось второе дыхание у Максима. О, видите, аж кричит. На самом деле крик. Он помогает. Но увлекаться этим не надо, потому что вокруг вас все-таки занимаются тоже люди. Вот. Не всем приятно слышать, как вы кричите. Ну, иногда можно. Ну, а мы продолжаем дальше работать, дабы быть сильными, выносливыми, красивыми, рельефными. Максим нам обещал через 2 месяца показать пресс. И это будет еще более интересно. Вы будете видеть его реабилитацию и его трансформацию. Вот, я сделаю из него человека. Хочет он этого или не хочет. После тренировки желательно употребить белково-углеводную пищу. Да, не, ни в коем случае ни шавермы, ни Макдональдс, никакой другой гадости. Вот, запасть нормальную пищу. Ну, либо закинуться БЦА. В данный момент идет тренировка грудных мышц. Я напоминаю вам об этом. Мы сделали жим лежа со штангой на наклонной скамье 3 по 5. Также сделали жим гантелями, а также на наклонной скамье
угол 45 градусов. Также на 5 наших повторений 35 килограмм. В первом жиме, вы помните, мы делали 90 килограмм. И сейчас мы переходим на разведение гантелями лежа, также на наклонной скамье, угол мы не меняли. И делаем на 10 повторений. Вот идет разведение гантелями лежа. 12 получилось. Итак, последние упражнения на грудные мышцы сегодня будут выполнены в кроссовере. Сидения будут выполнены немножко в такой необычной форме. Направлено это упражнение на проработку именно верхней части грудных мышц. Видите, да, как сейчас Максим делает по траектории направлено вверх, прорабатывая верхнюю часть грудных мышц, как я уже говорил выше. Выполняется четвертый подход данного упражнения. Сведение в блоке на верхнюю часть грудных мышц. В количестве повторений где-то, я думаю, 12-15. Ну, уже даже меньше. Сказывается усталость общая, которая накопилась в течение тренировки. Долгий перерыв. Ну и долгий перерыв еще тоже. Тяжело держать темп в полную силу. А впереди еще функциональная часть. Вот так вот мы веселимся к концу тренировки. Давай, Максима, тренировка заканчивается. Функционалы. Ну, я решил сегодня попробовать. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось, потому что это необычно. Что-то напоминает из детства. Вот. Ну и предлагаю вам попробовать то же самое проделать у себя в зале, если есть такая возможность. Ну, а мы... Да, далее покажем вам очень много еще интересного. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал Build Body Online. Будьте с нами.